Там у нас высветился перечень ошибок, я сейчас там в описании к видео. Значит, на третьем цилиндре на ходу. Вот первый цилиндр, второй, одетый фишки. На третьем цилиндре слетела фишка, видите, вот валяется он сбоку. Четвертый одетый, вдалеке, видите там. Я напишу перечень ошибок, чтобы там мы не лезли в дебри. А просто, может быть, даже бывает, что фишку просто одеть и все. Машина в аварийном режиме не едет. Девочек, давай, одевай. Что-то типа того. Давай, сейчас оденем. Все, подключили третью форсунку. Сейчас покажу, какие ошибки выбивают там по ней, когда такая ситуация происходит. Значит, ошибки вот такие, ребят. Посмотрите, вот P1291. Цилиндры 3, слишком низкое сгорание, слабое сгорание, 0,269, P0,269, импульсы, понятно, и топливный инжектор цилиндра 3, разрыв цепи, P0,203, и по коробке ошибка, очень, ага, сейчас, спасибо, Дим, что-то с коробкой дальше третьей передачи не приключается, вот такой вот Кайрон Майрон, двухлитровый на форсуночках Делфи. Все, ребят, пока-пока, всем всех благ.